Здравствуйте, проходите, пожалуйста. После истории с Русским банком развития я, честно говоря, понял, что игра в первой сотне или даже в первом полтиннике российских банков – это игра совсем по другим правилам. Совершенно другие особенности развития, совершенно другой уровень отношений с регуляторами, совершенно другой уровень задач, которые надо выполнять. И при этом размер банка не означает автоматически увеличение прибыльности бизнеса. То есть, более того, та модель, которая была в РБР в свое время, да, модель была высокозатратная. Если говорить о прибыльности, да, то это был, наверное, далеко не первый приоритет. Мне кажется, что сейчас ситуация на рынке другая. Есть по-прежнему недостаток, серьезный недостаток банковского сервиса. По-прежнему клиенты, находясь формально с другой стороны прилавка, не могут его получить. По-прежнему они ждут неделями. По-прежнему многие банковские услуги, прежде всего кредитные, недоступны или труднодоступны. Мне, вам честно скажу, не очень хочется в первые 50. Поэтому я думаю, что мы остановимся где-то на уровне, может быть, там 200-го, может быть, 150-го банка и сделаем акцент прежде всего на сервисность для клиентов и на прибыльность для себя. Я использую колоду карт, и прежде чем показать любой трюк с колоды карт, карту нужно перетасовать. Фокусники обычно как-то вот так тасуют. Это вообще на тасовку не похоже. Но, тем не менее, смотрится красиво. Я очень рад, что уходящий год ознаменовался возвращением в банковский бизнес Сергея Леонидовича Иванова. Я уверен, что у Русского торгового банка все получится, что его ждет блестящее будущее, тем более, что цели очень ясны, цели очень понятны, нам близки. Создать уютный, комфортный, семейный банк. У нас тоже уютный, комфортный, семейный бизнес. Поэтому я искренне желаю Сергею Леонидовичу и его команде успехов и процветания. Удачи, с Новым годом! Стратегией нашего банка является торговое финансирование. Мы продолжим развивать данные продукты и стараемся оказать нашим клиентам полный сервис. Также мы пойдем в розничный бизнес. Сейчас мы занимаемся активным привлечением вкладов, но также будут разработаны программы по кредитованию физических лиц. Мы всех клиентов любим, поздравляем с наступающим Новым годом. Здоровья и счастья!